Последствия аварии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могут привести к крупнейшей климатической катастрофе. К такому выводу пришли датские ученые. По их мнению, авария может увеличить мировые выбросы метана, который уже в огромных объемах улетучивается из газовой, нефтяной и угольной инфраструктуры и оказывает быстрое потепление на окружающую среду. По предварительным подсчетам исследователей, уровень выброса метана из-за аварии на трубопроводах «Северного потока» может достигать 115 тысяч тонн. Это примерно равно годовым выбросам от 2 миллионов автомобилей.